Военно-патриотический клуб «Застава» организовал игру «Отчизны верные сыны», нацеленную на укрепление боевого духа молодежи и на развитие их выносливости. Некоторые учащиеся пришли на игру впервые. Командный дух и атмосфера патриотизма заряжают с первых минут. Сплочают, прям дружба, вот прям пахнет. Можно познакомиться с кем-то, да и в целом классно провести время, отдохнуть от чего-то. Очень сильно поднимает командный дух, помогает развить непосредственно командное взаимодействие и в целом сплочает ребят. Закалить боевой дух и проверить себя на прочность пришли и девушки. Марина участвует в шестой раз и отмечает: главная тренировка. Если есть опыт, то не тяжело. Если в первые разы, да, всегда сложно, но со временем всегда все получается. Бывшие воспитанники клуба «Застава» достигают внушительных результатов не только в играх и на соревнованиях, но и в обычной жизни. Многие из них отслужили армию. Все вернулись живы-здоровы. Сейчас у нас порядка 6 воспитанников принимают участие в СВО. Один даже был удостоен ордена мужества. Мы очень гордимся нашими воспитанниками. То есть из них получаются хорошие люди. Первое место в соревнованиях заняла Видновская гимназия. Серебро досталось Володарской школе. Бронзу получила Видновская школа номер 7. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.